Неосторожное обращение с электроприборами и печным оборудованием – одна из основных причин возгораний в зимний период. Чаще всего пожары возникают на территории частных домовладений. В связи с падением температур, наступлением зимнего периода, основной причиной возникновения пожара является неисправность печного отопления, перегрузка электросети, то есть дополнительно обогревательные приборы включаются, та сеть, которая имеется в зданиях, сооружениях, она не выдерживает данной нагрузки. Хотелось бы обратиться к жителям Северского района, по-хозяйски относиться к своему имуществу, к своим домам, проверять периодически состояние дымоходов, использовать, не оставлять без присмотра печи. Для недопущения возгораний в преддверии Нового года на территории Северского района проводится надзорно-профилактическая операция «Новый год». В период этой операции проводятся проверки, а также надзорные обследования объектов, которые задействованы в праздновании Нового года, рождественских праздников. Особое внимание уделяется объектам, которые будут посещаться детьми. То есть проводятся дополнительные инструктажи, подразделением пожарно-спасательного гарнизона проводится обыгрывание карточек, тренировочные эвакуации, а также состояние объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. По данным пожарно-спасательного гарнизона, за истекший период 2019 года зафиксировано более 200 возгораний. В результате пожаров погибли 8 человек, травмировано 5.